Всем здравствуйте! Не прошло и года, как советский и российский актер Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. По предварительным данным, причиной стала острая сердечная недостаточность. Известно, что актера обнаружила без сознания его жена. 77-летняя Анастасия Вознесенская вызвала бригаду скорой помощи, но супруг не дождался приезда врачей. А сегодня, 14 января, на 79-м году жизни не стало народной артистки России Анастасии Валентиновны Вознесенской. Стало известно, что 20 декабря 2021 года актриса сдала тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался положительным. На протяжении нескольких недель Вознесенская безуспешно боролась с недугом. Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков прожили в браке более 55 лет, но за это время так и не стали родителями. В собственности знаменитой четы был большой дом в Подмосковье. Мягков вел довольно закрытый образ жизни и оставлял личное за кадром. Известно, что у артиста была загородная недвижимость, а также квартира, расположенная на улице Генерала Ермолова, которая находится около метро Парк Победы. В браке супруги жили исключительно для себя. Своих детей не завели, брать ребенка из детдома не стали. Однако после ухода из жизни знаменитого актера, его супругу окружили сомнительные люди. На дом в Подмосковье и квартиру в районе Дорогомилово претендовала лишь Вознесенская, из-за чего возле нее быстро организовалась группа актеров-благотворителей, жаждущих заполучить бесхозное наследство. Юрист Андрей Князев объяснил, какой поворот в данной ситуации возможен. Если у супругов есть братья и сестры, то наследство достанется им, если нет их, то тому, на кого написано завещание. Вообще кандидатуры можно рассматривать вплоть до племянников, объяснил эксперт. Пока остается невыясненным один вопрос, было ли у Мягкова и Вознесенской завещание. В случае, если документа не было, на квартиру и дачу артистов могут претендовать посторонние люди под видом дальних родственников. Будем надеяться, что в скором времени вопрос с наследством разрешится. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!